Хочу рассказать немного о металле, с каким мы работаем в большинстве случаев. Это матовый пурал. Вот. Производителя компании и концерна CSIB Green Code. Поставщик Tian Group. Зовут Андрей. Работаем с ним. Вот. Никаких проблем с ним никогда не было. Все вовремя, все быстро, оперативно доставляет металл в любую точку практически стран СНГ. Вот. Этот непосредственно цвет коричневый или RR32. Матовый, красивый. На кровле напоминает чем-то оксидированную медь. Что касается металла. Вот этот металл из всех, которые есть в России, полимерных покрытий, то есть крашеных, на данный момент это лучший металл. Делится он на несколько марок. Есть марка S280, есть марка FAB, или еще его зовут DX52D. Вот. Потом идет Tinsmith Pro и PLX. Чем они отличаются? Отличаются они жесткостью своей. То есть S280 он такой жесткий, потом идет фаповский. Он мягче. Дальше Tinsmith Pro еще мягче. И PLX вообще мягкий. Выбирается металл из расчета того, в зависимости какой сложности кровли. То есть, чем кровля сложнее, много узлов, тем металл желательно брать мягче. Вот. Но вообще мы в основном используем марку FAB. Ну или DX52D. Так что вот так вот. Ну, на данном этапе у нас на этой кровле мы обшили лобовую вот такими панелями. Дальше здесь будет планка одеваться. Покажем вам. Стоит капельник конденсата. Потом, сейчас мы ждем сетку. Сетка нам задерживает. Потому что этапом сейчас должна быть ставиться сетка сюда и потом планка. Вот. Поэтому мы немножко будем отдыхать и ждать, пока нам привезут сетку. Вот продух. Так, что у нас по крыше? Ну, по крыше, по обрешетке. Важно, чтобы в каждую доску, естественно, было два гвоздя или два самореза. Не один там посередине, знаете, а вот именно два должно быть. Потому что, как обычно, делается из влажной доски. И когда она высыхает, ее начинает крутить. То есть сворачивать лодочкой. Естественно, все это потом проявляется на финишном покрытии. Неважно, из чего это сделана кровля, но она проявляется.
Так, дальше, дальше, дальше. Что вам еще рассказать? Ну, вот можно обратить внимание. Вот на ту крышу. Сделано вроде как двойным стоячим пальцем. Но, если видите, вот эти вот грибочки на крыше, наверное, штук 15, наверное. Так вот, на фальцевой крыше по технологии двойного стоячего фальца вот этих грибочков быть не должно. Это неправильно.